Так, добрались до места, будем петельки ставить на зайцев. Наконец-то нашел я место, где поставить петли. Зайцев вообще что-то нынче мало, то ли лето дождливое, то ли, не знаю, проблема, в общем, нашел. И снег маленький еще. У нас уже декабрь месяц, считаю, снега все равно нет. И перед тем, как начать, хочу попросить, огромная просьба любителям охоты с гончими, охотникам с большим стажем, чтобы листали дальше сразу, не смотрели, потому что здесь контент будет неинтересен вам. Потому что и за вас, и за диванных таких войск YouTube заблокировал мое видео по России. И, в принципе, видео хорошее было, набирало просмотры, люди смотрели, людям нравилось. И вот из-за многочисленных жалоб его, видимо, заблокировали по России. То есть с других стран у меня его сейчас смотрят, а по России все нельзя. Так что просмотры упали у меня. И вот вы пожаловались прежде. И если вам интересно будет дальше смотреть, будете смотреть все-таки, то имейте в виду, я вам сразу скажу, что у нас здесь с гончими охоты как таковой нету. И вообще гончих у нас здесь никто не держит. У нас лайки в основном. И собаки, если добрые, они так не будут здесь по лесу бегать. Собака добрая, лайка либо на участке, либо у хозяина дома в вольере сидит. Так что здесь-то вот так обстоит дело. Да и вообще, как бы, я еду туда, где я знаю, что собака никакая мне не может попасть. Может только дворняга какая-то, которая никому не нужна, бездомная. Их и так, по идее, надо устранять. Потому что они и на людей кидаются, и, в принципе, это не жалко. Что еще хочу сказать? И не пишите всякую ерунду в комментариях, подобно тому, что там жрать нечего или еще чего-нибудь. Это видео я снимаю для того, чтобы люди смотрели. Возможно, это кому-то когда-то в жизни пригодится. Сам я этим просто в детстве занимался, меня отец научил, я вот эти петли ходил, ставил. Ну и хочу также, в принципе, чтобы молодежь своим детям хочу показать, чтобы они тоже пошли, могли поймать зайца, добыть себе еду элементарно, возможно. Всякое в жизни бывает, правильно? Ну, еще что, какие слова. Ну и вот, да, это видео вот заблокировали у меня. И я говорю, прежде чем подать какую-нибудь жалобу, подумайте. Это видео я снимал не для вас. Видео это я снимал для людей, которым интересно. У которых есть возможность пойти поставить эти петли, поймать этого зайца, добыть. Я считаю свой контент полезным. У меня, да, у меня такой контент. Это петли, металл. Так, ну все, ребята, кто остался, мы пойдем петли ставить. Буду все заново все объяснять. Как, что показывать. Потом дня три, наверное, ждем. И приедем проверять. Добудем одного зайчика. Дай бог, если подфартит. Ну вот, смотрите, ребята, вот. Первая тропка. Вот. Хреново, что снегу мало, но все равно заяц тропит. Бегает. Туда пошла тропка. Сейчас мы вот здесь вот первую петлю и воткнем вот в этом месте. Найдем место сейчас поуже, чтобы кустики были. Для чего места такие нужно искать, чтобы скрытно было, чтобы ворона летает, увидит. Склюет, от зайца только пух останется. А так, если кустики, есть вероятность, что он все-таки у вас целый будет. И еще плюс, допустим, такие факторы, как луна, полнолуние. Ну, все равно от нее свет идет. А так в кустиках в тени поставите. И глядишь, он не увидит его. А так бывает, что и блестят петли, и видит. В общем, ну ладно, ищем место, ставить будем. Так. Места я такого опупенного прям не нашел. Ну вот, тропа идет. Вот она, тропиночка. Видно будет, не знаю. Я взял потоск. Вот, простую палочку сломал, потому что деревья далеко. А ставить надо желательно поближе. Поближе к чему? Почему поближе к тропе надо петлю ставить? Чтобы у вас не отрывали петли они. На короткой петле у него не получится рвануть сильно. И порвать петлю или там на жучок ее взять.
Ножучок, сейчас я объясню, что такое ножучок. Это вам надо будет, когда вот вы проволоку будете смотреть, подбирать. Вот, берете об любое деревце, вот так продернули, не ленитесь. Петля приобретет запах дерева. Допустим, в моем случае это сосна. Также листвяк, елочка, любую. Если в березняке, то можно в березняке. Это раз. Во-вторых, петля приобретает форму хорошую. Она становится кругленькой, как надо. Все. Вот теперь, вот смотрите, какая она ровненькая. Петелечка получилась. Сейчас я делаю размер, какой мне нужен. Примерно для зайца. Ну, примерно вот такой вот я делаю. Вот. Все, она у меня не играет. Вот она сохранила форму, какую мне нужно. Вот. Примерно с мою руку, да. Все, остается только к дереву привязать. Привязываем просто. Но запомните, надо, чтобы петля стояла поближе к тропе. Так, мы, конечно, маленько тут на первой петле натопчем. Ну, ничего страшного. Все, вяжем вот вплотную, прямо к потоску. Прям вплотную, вот. Чтоб оставалось минимум у вас. Не надо за конец привязывать, потом обматывать вокруг палки. Вот, мотанули вокруг палочки. Раз, раз. Тут перехлестнули. С потоском, конечно, вообще удобно ставить, хоть где поставишь. Все, обмотали. Вот он уже никуда не денется. И не оторвется, это однозначно. Так, петельку делаем. Примерно я вам сейчас покажу. Примерно высоту с моей ладони. Ну вот, вот такая вот, нормально будет. Вот все, петля у нас идет, все четко. Заяц должен у вас попадаться головой, а не животом. Поэтому не надо вот такие вот гигантские ставить. И вообще он может пропрыгнуть через нее. Так, ну вот, все, вы видели, вот, рука моя. Идем дальше. А, сейчас маленько отвлекемся, про петли маленько расскажу. А, что еще можно сделать? Можно поставить вот такой, вот так вот пару палочек, чтобы он никуда не срулил, мимо не побежал. Сейчас поближе покажу, как она, петелька стоит. Вот видите, все, привязал за дерево. Вот такая форма. Он четко по тропе бежит. Все. Так, насчет проволоки что скажу. У меня есть простая вязальная проволока. Одну я купил в магазине. Одну вообще нашел. Ну вот, возможно, вот это вот. Есть нехромовые. Нехромовые хорошие петли. Но мне уже постоль, как бы это, по опыту, что ли, уже просто нехром как-то мне жестковато кажется. А вот эти мне вот больше нравятся. Она мягенькая проволочка. Их быстро можно расставить. Сколько надо там, сколько ты хочешь. 30 штук поставить. С тросиками вообще не советую связываться вам, потому что это такой геморрой. Ну, можно с тросиками связываться в одном случае, если все-таки будет вот такая вот жила, которая будет придавать ей форму. Потому что будете с тросиком ставить, он у вас вот так вот весь будет перекручиваться, вот так вот весь. А это вот, все, вот она уже готова. Вот она, все, готова петля. Как проволоку подобрать в магазине? Ну вот, я вам не скажу, какой здесь диаметр, примерно толщина, да, но, ну, вот сами посмотрите, сколько тут, не знаю, сколько тут миллиметров, 0,8. Самое главное, что, чтобы она была крепкая и мягкая, все, вот два правила. Третье, не делайте их длинными, вот, коротенькая, вот хвостик. Если у вас будет не хром, экономьте, тем более у вас экономия, у вас больше петель получится, потому что проволока дорогая, я так думаю, все равно не хром. Вот, такую вот сделали, достаточно, я вам говорю. Если негде привязать,
Пошел, срубил палочку, вот, хватит тебе завязать ее. Вот ты завязал ее вокруг дерева, все, у тебя петля готова, все. Проверить проволоку как. Берешь вот так вот, на жучок. Вот делаешь вот такой вот жучок. И туда-сюда его гоняешь. Ну, чем дольше она не ломается, тем крепче проволока. Ну и то, этот жучок ему еще тоже надо сделать, это не всегда, но бывает. Поэтому зайцы отрываются. Все, на жучок проверили. Больше что я могу сказать? Ну, держите петли на улице где-нибудь, чтобы они у вас не провоняли ничем. Так, я на улице всегда подвешал и держу. Ладно, идем дальше. Здесь мы петелечку настроили. Так, все, петельку продернули от дерева. Не забыли. Все, сделали форму. Все, привязываем. Вот так вот все. Петелька готова. По-быстренькому поставили. И руки не замерзли. Ну, сегодня у нас 18 где-то градусов. Было 25-30, я думал, буду ставить. Сегодня повезло. Так, аппаратура выключается. Ну все, нормально у нас. Все у нас. Вот еще одну петелечку установил. Все так же на потоск поставил. Об дерево протер. Все на тропе. Стоит нормально. Идем дальше. Зайчики бегают. Тропка идет, 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 идет. И вот там мы сейчас петельку поставим. Вот в этом месте здесь. Смотрите, как хорошо здесь. Прямо узенько. Кустиками закрыто, такой прям тоннель. Все, мы сейчас вот тут вот петельку настропалим. Что-то, блин. Как в первом видео подсказывает мне чувство, что здесь будет зайчик. Как-то я предвидел вот то видео, которое заблокировали. Кстати, второе видео осталось. Если интересно, там смотрите, вторая часть. Там я уже снимал петли. Лиса у меня там оторвалась. Так, ну в общем, я вот вам объяснил, да, вкратце, какие места выбирайте, где кустиков побольше, чтобы закрыто было место, чтоб заяц бежал именно по тропе, а не где попало. Так, петельку продернули. Все. И ставим ее. Быстренько, буквально. Буквально минута делов, и у нас петелька стоит. Вот почему с такими петлями хорошо работать. Я говорю, если штук 30 надо поставить, а в мороз пальцы отлетят. С этими стросиками, да с прочей возиться ерундой. Вот смотрите, какая бравая петля четкая. Получилось нормально, идеальненько. Будем надеяться, что у нас тут будет добыча. Так, вот еще нашел одно место. Правда, открытое оно, конечно, но ради интереса просто петлю поставим здесь. Потоск рядом поставил. Сейчас вот петельку заварганим. Вот примерно такую вот делаем. Вот. Привязываем. А если еще вспомнил, если значит не получается, как бы, да, близко к дереву привязать, все-таки расстояние у петли выходит, вяжите выше тогда, привязывайте выше к дереву, и тогда тоже маловероятно, что заяц у вас оторвется. Его будет, дерево будет играть, он будет рваться, дерево будет играть, амортизировать, так что отрыва возможно и не произойдет. Вот так вот.
Ради интереса тут петельку поставим. Тропа так-то есть, тут хорошая тропа. Ну, видишь, заяц пролетит тут и попадет нам в петельку. Там стоит вот. И по центру петля стоит. О, сейчас по центру. Что еще хочу сказать про петли? У нас этот способ охоты, я считаю, ну, отвратительного ничего нету, потому что ставят все петли, добывают зайца, добывают так же, как и в пищу, так же, как и на приваду. Смотрите, какая магистраль. Сейчас мы вот тут петельку зарядим. Конкретная прям магистраль. Жалко, что, конечно, место открытое такое. Ну, что, за 3 дня, думаю, вороны не обнаружат. Такая набитая тропища. Все, ставим петельку здесь, заряжаем. Не помню, в каком видео я объяснял тоже, что хорошо петли ставить на склонах, где какие-то есть горочки, спуски, тропы. Вот они с горок бегут, спускаются по тропе. В этом месте очень-очень хорошо вот в этом месте поставить. Потому что, ну, я это из личного опыта вам говорю, что там 100% попадание почти. Ну, сначала надо маленько, конечно, таскаться, а потом уже, да, 100% попадание. Ну, я проехал по тем местам, где вот хорошие места такие, где и с бугорками есть, и тропы, и там закрыто все, но зайца что-то мало, очень мало. Вот она, нехромовая петля, смотрите, вот она. Вот играет, пожалуйста. Что это такое? Вот и надо настраивать ее тут с ней, всякие фокусы проделать. Вот я делаю такую вот ступенечку ей. Ну, тоже, чтобы только-только, чтобы она сразу срывалась. И вот она еще вот так начинает изгибаться. Проблематоз, в общем. Вот эта вязальная проволочка простая. Если ее правильно поставить, отрыва не будет. Ну, на крайняк, если сомневаетесь, а может толщина проволочки просто тоненькая, скрутите ее вдвойне, сделайте. Это тоже неплохо как вариант. Все вдвойне сделайте, отлично будет у вас. Надежно. И вот она, не хромовая проволока. Вот. Я поэтому говорю, что я вот уже привык к вязальной проволоке, и с ней вообще никаких проблем нету. Вот с этого надо будет сейчас она играть. Ну, приблизительно так вот. Все у нас четко. Ребята, что хочу еще сказать. Не забывайте. Обязательно, это золотое правило. Петли за собой затягивайте, либо снимайте. Не оставляйте их стоять. Потому что, ну, вы понимаете, что вы погубите зверька просто так. Да и удачи потом у вас, возможно, и не будет в тайге. Вы так будете делать, вы ничего не сможете добыть себе. Ну вот, петельку соорудили. Вообще, само по себе это место мне что-то не очень. Кстати, летом я здесь металл копаю, хожу в этом месте. А сейчас вот, пожалуйста, тут в одном только в этом, в единственном месте бегают зайцы. Потому что я объехал вокруг нашей деревни, поселка, все объехал, зайца нету. Зайц только вот тут вот я нашел вчера это место. Вот сегодня уже еще здесь петельки завели.
все идеально. Бля стоит. Все четко. Вот здесь. Так, идем дальше. Ну что хочу сказать, место нашел. Огонь прямо. Тропа, кусты. Тут шибко так не видно. У этой тропа вообще топовая, как говорят. Она идет сейчас. Сейчас зарядим тут петельку. По-моему, там вон еще одна подходит. Надо будет еще одну поставить. Просто-просто идеальное местечко. Идеальное. Так, петельку продернули. Хорошенечко такая. Запах убрали. Форму придали. Так, ну вот в таких вообще узеньких местах как бы можно и не делать прям, ну, большую петлю. Можно прям там втика-втику под зайца, под его голову примерно прикидывать. Ну вот это вот местечко, я понимаю, четкое. У нас идеальная петелька прям. Идеальная. Все, четкая петля. Только что мы сейчас петельку поставили. И вот она, тропа. Да, снегу мало. Плоховато видно, но все равно видно. Я сейчас вот еще одна подходит сбоку. Сейчас я на ней еще петельку заряжу. Так, зарядил я здесь. Тут петельку. Вон петелька стоит. Вон петелька. И вон там тоже петельку зарядил. В общем, тут место такое. Треугольник будет у меня. А вот смотрите, старую петлю нашел. Вот здесь вот. Возможно, тоже туда заяц попался кому-то. Я думаю, отвязать ее, да. Куда-нибудь в сторонку отбросить. Кстати, проволока мягкая тоже. Кто-то использовал. Вот старая ржавая петля. Кто-то тут петельки ставил до меня. Я, в принципе, где хожу, тут везде по лесу у нас. Везде нахожу петли. Так, ну все. Петли поставлены. Где-то 20 штук примерно стоит. Место, сразу говорю, такое среднее тут. Может, один заяц бегает, может, два максимум. Петли-то вообще, в принципе, расставлены все практически. Сейчас посмотрел по одной тропе. Ну, вот основная она идет. Так, мало таких. Ну, посмотрим, что будет, то будет. Через 3 дня приедем, проверим. Друзья, всем привет. Наступил день проверки петель. Петли проверил. Снял, петли были пустые, зайцев следов не было, свежих, вообще никаких не было следов. Заяц, то есть, либо откочевал, ну, либо, может быть, погода у нас стоит теплая, не бегают просто и все. Ну, еще третий вариант, потому что их вообще мало, зайцев, и, не знаю, этот, может, пробежал куда-то и ушел. Просто набегал здесь, натоптал, бывает такое. Видео, надеюсь, было это полезным, что-то для себя извлекете из этого. Если надо, с результатом видео вставлю сюда. Заходите, смотрите, там с результатом видео будет. И если вы не из России, то еще одно видео будет. Тоже про зайцев. Ладно, всем спасибо за просмотр. Счастливо, до новых встреч.